have you ever met the bogeyman before? No, of course you haven't, for you're much too good, I'm sure. Don't you be afraid of him if he should visit you. He's a great big coward, so I'll tell you what to do. Hush, 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 here comes the bogeyman. Don't let him come too close to you, he'll catch you if he can. Just pretend that you're a crocodile, and you will find that bogeyman will run away a mile. Say shoo shoo and stick him with a pin. Bogeyman will very nearly jump up. Парк Диониса принадлежал Софии Лэмп, командир. Он был чем-то вроде личной лаборатории для ее социальных экспериментов. Однажды его затопило, и все ее гости погибли. В газетах писали, что затопление было связано с деятельностью секты. Приходи на станцию, там увидимся. Дельта осушил парк Диониса и проник на его территорию. Это потеря нашего возрождения. Жизнь дочери Восторга в ваших руках. И все. Ваш покорный слуга теперь самый молодой член семьи Восторга. Я скормил Уэлсу сказку о том, как в трибуне мне не давали рассказывать людям правду, и он без лишних слов вручил мне приглашение в пристанище мастеров здесь, в парке.
Лэмб купилась на мою сказку о непризнанном писательском таланте. Она даже сказала, что не против, если я стану писать здесь. Правда, мой рассказ будет о ней. Мне кажется, ей не понравится конец. Дорогая девочка с желтыми глазами, меня зовут Билли. Я видел тебя недавно на карусели. Ты была очень красивая в синем платье и пела про ангелов. Моя мама говорит, твой папа очень страшный, но, по-моему, он сильный и большой, как герой комиксов. Я приготовил тебе подарок и оставил в подвале, где его никто не найдет. Секретный код от двери 1080. Надеюсь, тебе понравится. Я помашу в следующий раз, когда тебя увижу, чтобы ты меня тоже узнала. Мне доложили, что на улицах видели Лэм. Один из серии Альфа был убит, а его сестричка пропала. Однако у Совета нет времени на облавы. Атлас серьезно расширил ряды мародеров. Как бы там ни было, имя Лэмп уже исчезло из памяти людей. Ныне она не более чем призрак, который лишь по недоразумению до сих пор не растаял.